наша покупка на сегодня. Вот бананчики взяла и булочку хлеба. Не забываем ставить пальчик вверху и подписываться на канал. Наша покупка на сегодня. Такой майонез по акции был 159. Взяла обязательно. Хотя я его не ем, но я всегда его беру, потому что мне он нравится. Чай такой вкусненький взяла себе. Сахар, молочко, сосиску в тесте, стёбки, булочки. Бумагу туалетную, булочку хлеба белого и серого вот такую взяла. Потому что серый у нас еще есть. И всего еще половиночка. Наша покупка на сегодня. Наша покупка на сегодня. Взяла вот такой хлебушек и взяла маленькую, вот такую вот урожайную. Прям хочу, я у них еще не брала в этой пекарушке. Пахнет вообще аромат. Стёбки взяла, сосиски две. Лук. И это то, которое назначили маме лекарства еще. У нас другие есть, а вот это еще дополнительно сказали пить. Так что это наши покупочки на сегодня. Наша покупка на сегодня. Вот такую баночку нутеллы взяли. Носочки, сыночки вот такие вот взяла разные. Приправу ротности, полный стул. Чай взяла медовая липа, клубника и манго. Батон хлеба, тут кореешки всякие. Наша покупочка на сегодня. А, еще очки взяла маме вот в таком чехле, чтобы читать. Это наша покупочка на сегодня. Наша покупка на сегодня. Вот такой дневничок простой взяли. Он сам выбирал тетрадки все по предметам. Ручки. Остальное у нас все есть. Футболочку такую серенькую взяли. Брючки черные. Такой простой рюкзачок черненький. Тетради. Здесь обувь черненькую. Вот такие. Вот такую курточку на осень. Ветровка у нее есть. Курточку, еще шапочку надо взять. Наши покупки на сегодня. Еще футболочку он уже одел, убежал в ней. Не забываем ставить пальчик вверху и подписываться на канал. Наша покупочка на сегодня. Вот такой перчик буду делать сегодня. Фаршированный фарш. Сахар и булочка хлеба. Так что у меня будет сегодня вкусняшечка. Вот еще покупочка у нас. Такие две сеточки картошки. Сейчас буду готовить. Наша покупка на сегодня. Зашла вот такой тук, взяла Степки. Салку вот такую взяла, грудинку попробовать. Кусочек маленький. Губки. Бахилы, ребят. Мне нужны были одна пара бахил. Негде было купить. Я купила, короче, целую пачку в Фикспрайсе. Ну, теперь у меня будет куча бахил. Водичку брала. Такую взяла по ласке. Очень пахнет вкусненько. Колу такую взяла. Чокопайчики. И вот такую кофточку Степану выбрала. Тут так вот с кармашечками. Он хотел черненькое, чтобы у него была. Кофточку взяла. Это наша покупочка на сегодня.